Всем привет! Вы на канале Коллекция монет. Еще одна замечательная, интересная биметаллическая монета. Монета Бразилии. Номинал монеты 1 реал. Год выпуска 2015. Материал монеты биметалл, центр нержавеющая сталь. Кольцо сталь с бронзовым покрытием. Гурт монеты рубчатый, с гладкими участками. Отношение аверса к реверсу монетное, 180 градусов. Вес монеты 7 грамм, диаметр 27 миллиметров, толщина 1,95 миллиметра. Монета отчеканена на монетном дворе города Рио-де-Жанейро, Бразилия. Тиражом 20 миллионов экземпляров. Вышла монета в составе набора бразильских биметаллических монет номиналом 1 реал. Набор был посвящен 31-м Олимпийским и 15-м Паралимпийским играм, которые проходили в Рио-де-Жанейро в Бразилии в 2016 году. Вышло 16 монет за 3 года, начиная с 2014. Ну и данная монета, одна из этого набора, вышла она в 2015 году, как я уже сказал, и посвящена одному из видов спорта паралимпийских. Называется он параканоэ. Изначально назывался этот вид спорта падл мобилити, что буквально переводится как «грести и способность». Ну, в декабре 2009 года был переименован в параканоэ, и началась уже работа, чтобы этот вид спорта занял свое место в паралимпийской семье. Ну и впервые в 2016 году в Бразилии, в Рио, этот вид спорта был представлен на паралимпийских играх. Используется для соревнований специальная лодка, каноэ, традиционная полинезийская с балансиром. Вот этот балансир справа, видно две перекладины, балансир, чтобы людям, которые принимают участие в соревнованиях, было чуть-чуть полегче управляться с этой лодкой. С помощью одного весла спортсмен гребет и вот устраивается соревнования на скорость, на расстояние на этих лодках. Здесь же, помимо спортсмена на каноэ, логотип, эмблема Олимпиады, Паралимпиады, правильнее, Рио-2016. Здесь же название страны Бразилия. Другая сторона монеты стандартна, ничего здесь нового и необычного. Регулярные монеты и другие юбилейные имеют точно такой же дизайн. Номинал 1 реал. Код выпуска 2015 под надписью. Здесь же небесная сфера, которая огибает лента. И созвездие Южный Крест. 5 звезд. Ну и помимо этого узоры одной из доколумбовых народностей Бразилии, которую называют марожуара. Узор этот использовался на керамике этой народ, который изготавливал эту народность. И вот он представлен на монетах Бразилии номиналом 1 реал. Цены на эту монету находятся в диапазоне от 100 до 200 рублей. Ну, хотя встречаются и чуть пониже. Опять же, зависит от состояния монеты. Ну, как правило, в этот диапазон все входит. Вот такая вот монета,
Интересное. На этом все. Спасибо за внимание. Всем пока и удачи. До новых встреч.